Противостояние в Екатеринославе закончилось победой большевиков. Атаман Григорьев сбежал к махновцам. Махно принял Григорьева как родного брата, ведь батьке нужны были дополнительные сабли. Здорово, дружище! Здорово, батя! Здорово! Ну вот и свиделись, да? Что, узнал, кого они против тебя посылают? Город пойдет вручать Пархоменко. Ага. Они пили горилку за хорошую жизнь. Их, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. Нашим атаманам не приходится тужить. Но жизнь Григорьева оказалась недолгой. И многие выпитые чарки горилки с Нестором Махно жизнь ему не продлили. Уже в июне 1919 года Махно лично, почти в упор, убил Григорьева. Ничего, ничего. Меня побили? Новых соберу. Я отомщу. Я еще нанесу смертельный удар всему миру. Пущай, Махно, не думаю, что он взял Григорьев. Изменник Родины. Ну а героем месяца стал в Екатеринославе Александр Яковлевич Пархоменко.